И всем привет. Мне уже несколько раз задали вопрос, почему я стал так много стримить. Все не совсем просто, как вы сейчас думаете. Начнем с того, что делать мувы и видео на подобную тематику не так уж и просто. Это получается очень трудоемко и долго, поэтому видео выходит так редко. Вернемся к стримам. Стримить гораздо легче и приятнее, ведь я общаюсь со своей аудиторией, и вы со мной. Но, увы, на данный момент у меня получается не совсем интересно, долго и скучно. Но я рад, что меня смотрят. Но я вижу, вам нравится то, что я делаю, судя по вашим донатам. А вот, кстати, и они. Говоря о раздаче, те, кто был на стриме, знают, что я обещал устроить ее. Так вот, следующие вещи будут разыграны: гранатомет шотландская сетка, мюнхенская миска мозгов, про крейсеров я не забыл, вот для вас вещи, М4А4 пиксельный камуфляж и 5-7 хладагент. Извиняюсь, если вещи показались слишком дешевыми и скудными. Но, увы, у меня нет слишком богатого и дорогого инвентаря, чтобы вам делать всякие дорогие подарки от 200 рублей. Кстати говоря, про стримы. Завтра будет стрим. Примерно в 9 утра у меня. Или в 7 часов по МСК. Всех вас жду. Жду донатеров, без вас никуда. Буду ждать, как обычно, 3 человек онлайна. Достигнув этого числа, мы отправляемся в игру, которую вы мне предложите. Ну, все. Это в основном все, что я хотел сказать для вас. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем до скорого. Кстати, забыл поблагодарить еще одного донатера. Его никнейм Саня. Он мне частенько донатил на стримах. Кстати говоря, это его далеко не первый донат.